Армяне, проживающие на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Карабаха, массово покидают населенные пункты. На кадрах, снятых армянским водителем, видно, что местные жители уезжают из Агдере. Никого нет. В Мардагерте никто нету. Да. Смотри. Смотри. Есть, есть. А что сделала? Ой, ё-моё. А что сделала? Ой, сука. А наш дом тоже такой, что ли? Только ну света нету, да, и газа, и все. Да нету, говорят. Человек нет, вы Мардагерте. Зачем мы приехали сюда? Подпишитесь на наш канал Будро Ньюс и будьте в курсе всех событий.